Наступает ночь Рагаиб. По милости Всевышнего, в месяц Раджаб мусульмане встретят одну очень значимую дату исламского календаря – ночь Рагаиб. Ночь Рагаиб – ночь благословенного никаха родителей нашего пророка, мир ему и благословение Аллаха. Согласно традиции, все мусульманские праздники отмечаются по лунному календарю. Ночь Рагаиб приходится на первую пятницу месяца Раджаб. Начинается она с закатом солнца в четверг и завершается восходом и первыми молитвами пятницы. Ночь Рагаиб – история памятной даты. Как и многие другие праздники, ночь Рагаиб неразрывно связана с историей нашего пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Считается, что именно в эту ночь состоялась свадьба его родителей Абдуллы и Амины. В ту же ночь он был зачат. Мусульмане верят, что ангелы тогда сошли с небес, чтобы отблагодарить будущих отца и мать и благословить еще нерожденного мальчика. Само название Рагаиб с арабского переводится как «мечты и желания». То есть в эту ночь, согласно традициям, всегда было принято обращаться со своими благостными желаниями к Аллаху, думать о воплощении действительно хороших мечтаний. Верующие вспоминают, что Абдулла и Амина всегда хотели подарить этому миру ребенка, и благословение ангелов было неспроста. Традиция ночи Рагаиб. Мусульмане считают, что ночь Рагаиб – это безусловная ступень духовного очищения и важная подготовка к месяцу Рамадан, к самому главному для любого правоверного мусульманина посту. Продержаться 30 дней без еды и воды утром, днем и вечером не так-то и просто. Поэтому верующие готовятся к Рамадану заранее, ограничивая себя перед большими праздниками и памятными датами. День четверга перед ночью Рагаиб принято проводить в посте, отказываясь от еды и воды до заката солнца. Считается, что эта подготовка как телесная, так и духовная, то есть очищение. Другие важные традиции ночи Рагаиб, уходящие корнями еще в 11 и 12 века, обязательные молитвы дуа и желательные намазы. Да благословит Всевышний Аллах пророка Мухаммада и примет все наши старания в эту ночь.